это все. Аплодисменты! Добро пожаловать на Кубок Ассоциации спортивного хазла 2018 года. Как вы думаете, кто организатор сегодняшнего мероприятия? Конечно, главный организатор – это Ассоциация спортивного хазла. Но у нас есть и технические исполнители, которые за все это отвечали. Это Никита Кривенко и Эльвира Ганеева. Давайте их попробуем. А также официальный фотограф Дмитрий Голов. Видеооператор Игорь Скобелев. За музыку сегодня отвечает диджей Данила. Четкую комиссию сегодня возглавляет непревзойденный Владимир Иванов. Веду сегодня с утра до вечера я, Андрюша Ларин. Не называйте меня Андрюшей, пожалуйста, только после этого. И я хочу объявить вам судей, кто сегодня будет судить наш турнир. Судья номер 7 – Ирина Кудрявцева. Судья номер 6 – Екатерина Николаева. Судья номер 5 – Андрей Коньков. Судья номер 4 – Михаил Кудрявцев. Судья номер 3 – Игорь Кругновик. Судья номер 2 – Юрий Алматов. И, собственно, главный судья сегодняшнего турнира – Александр Милованов. Ему я даю слово. Спасибо, Андрей. Добрый день, уважаемые участники второго отделения. Я от лица судейской бригады и организаторов рад вас приветствовать на ежегодном Кубке АСХ. Не буду долго разговаривать. У нас сегодня все традиционно. С-класс, Б-класс, А-класс. Разные мои старые. Единственное, наверное, новшество, которое мы решили попробовать на этом турнире, это маленькая опция, которая будет в финале номинации Star Champion. В финале, после того, как будут сформированы пары, у пары будет какой-то небольшой промежуток времени, чтобы между собой согласовать и озвучить организаторам тип мелодии, которые они хотят танцевать в финале в качестве медленного трека. У нас есть три типа композиций, я не помню точно их названий, мы согласовывали с диджеем, но общий смысл сводится к тому, что одна категория — это будут традиционные медляки, какие-то, значит, да, совсем стандартные. Вторая категория — это музыка с большим количеством акцентов, R&B-шные треки. И третья категория — это отечественная музыка. Вот. Я не понимаю, что вас называют такой усмешкой. Ну, на самом деле, это классно, да. У нас же много пар танцуют даже в абсолюте по русской треке. Почему нет? Вот, ладно. Да, Андрей. Кажется, я кого-то даже видел. Вот, так что я думаю, что мы сегодня с интересом посмотрим на финал Star Champion, и заодно посмотрим то, что выберет, насколько будут популярны те или иные категории. Правилам это никак не противоречит. Вот, так что проведем такой эксперимент. Но в целом желаю вам удачи, вас сегодня достаточно много. Я так понимаю, что Rising и мы начнем с 1/8. В C и B классе у нас сразу финалы, а в старых, по-моему, полуфиналы. Так что готовьтесь, не пропускайте свои номинации. Первое отделение сегодня было очень дисциплинированное. По-моему, всего 2 человека повторили свои заходы. Я надеюсь, что во втором будет то же самое, и весь турнир закончится вовремя. Удачи вам! Спасибо, Александр. А вы знаете, что стало с этими двумя, которые опоздали свои заходы в первом отделении? Ну, я точно не знаю, но я их больше не видел здесь. Поэтому будьте внимательны, у нас будут построения, по крайней мере, первые туры. У нас будет построение вот здесь, вот у этой арки, которая посередине. Там, внутри, строимся, и потом красиво, организованно выходим на паркет. Видеооператор будет снимать сверху. И просьба во время заходов перед ним не ходить особо активно, по крайней мере. Лучше дождаться конца захода и пробежать тогда. Я думаю, что на этом все. Буквально через несколько минут мы перейдем к первой номинации. Это, наверное, будет номинация «Rising Star», я догадываюсь. Потом «Мейны», потом «C» и «B» классы. Я отдельно объявлю. Я думаю, что
Сейчас повесят расписание заходов в Rising Star. Сразу проходите на построение. Буквально через одну мелодию мы приступим к турниру. А я желаю вам удачи, не бухайте.